Всем привет, дорогие друзья, с вами профессионал Вайнерал Майнкрафте и Нубик. Всем привет, с вами Пахарин Нубик в Майнкрафте. Сегодня... Смотри, где мы появились. Да, мы с тобой в прошлой серии, короче, помнишь, по скайблоку мы сюда попали с тобой в этот непонятный какой-то 3D мир, да? Или как-то? Мне кажется, или Майнкрафт залагал. Нет? Да, мне тоже так кажется, Майнкрафт. Мы вообще офигели тогда с тобой в прошлый раз от того, что тут происходит. Посмотри, там корова стоит, я не знаю, на чем, и как-то она стоит, и это очень все странно. Капец, реально. Да, я согласен с тобой. Ну там вообще стоит кусок воды, он как будто не стекает, точнее, он даже и не стекает. Это вообще очень странно все на самом деле. Ну нам надо отсюда выбираться. Кусок воды не стекает. Офигеть. Да, кстати, смотри, мы здесь, ну-ка сможем? О, да, смотри, мы здесь можем быстро подняться, ничего себе. Так, ну-ка. Балдеть, капец. Слушай, ну вообще... А что делать-то нам здесь? Ну, походу выживать, я не знаю. Зрители, кстати, поставили много лайков и сказали, да, давайте выживайте здесь. Вообще, не знаю, наверное, нет даже смысла пытаться возвращаться в прошлый мир, потому что здесь, ну, как-то покруче, я не знаю, как тебе кажется. Да, здесь очень красиво и круто, мне нравится здесь вообще. Да, мне тоже. Всё. Так, ну что, добывай дерево. Вот маленьких. Я уже добыл 4 дерева. Нам знаешь, что надо? Вообще нам надо, получается, дерево для начала добыть, потому что, ну, я не знаю. А, нет, нам надо еды добыть, потому что у нас еда кончается. Не знаю, у меня уже 3 полоски закончилось. 3 полоски? 3 по 3 полоски? Да, именно. Так, ну что, давай я скрафчу верстак или ты... А, да, все отлично. Слушай, я вижу вон там вот коровку, вон там. И мне кажется, если мы скрафтим с тобой как-то супчики или как ино? Зачем ты меч сделал? Чтобы убивать. Кого убивать? Подожди, дай я скрафчу кирку, я нам сделаю каменную. Я сделаю вещи. Кирку. Да я уже сделал, сейчас каменную сделаю на все. Я тебе сделал уже кирку. Не, ну, о, я уголь нашел, нубик. Нифига себе, ты молодец, какой вообще умничка. Это моя залежа, это моя залежа, это все мое. А я не твое ломаю, я свое ломаю. А, ну все, тогда да, тогда справедливо. Это моя жалоба. А, нет, моя, это все мое. Моя. Весь уголь мой должен быть. Так, ну-ка. О, ё-моё! Тихо, вот ничего себе, железо. Видал? Только железо, железо не добывай, пожалуйста, каменной киркой. Ой, в смысле, какой? Деревянной, я тебя прошу. Киркой каменной, да, деревянной, не буду ломать. Хорошо, так, подожди. О, так ты мне еще кирку дал зачем-то деревянную, ну ладно. Тут грибы так. Есть, давай вырастим грибов. Ну, можно супчики делать. Правда, я не помню, как их делать, но ничего. Нужно так, ведро сейчас. Воды. Все, я вышел на волю. Теперь я сделаю каменную кирку, добуду побольше, получается, камня и простроюсь к той коровке, к тому острову, потому что я думаю... А подожди, получается, бесконечно у нас источник еды есть, да, уже, или как? В смысле еды? А где ну, еда? Если мы будем кликать, получается, по корове, когда у нас будет миска, то мы будем заполнять ее супом, получается, это бесконечно. Ну, может быть, да-да-да, кстати, возможно, интересно. Так что ситуация. Сейчас добываем камушек и попробуем простроиться, вот. А вообще хорошо. Лучше сделать сначала печку и поставить переплавлять железо, пока мы туда строимся, знаешь, чтобы время не терять, так сказать. Добывай железо, я делаю печку. Давай, хорошо, давай. Хорошо, давай. Молодец, я уже делаю печку, я уже выкладываю верстак 9 булыжника, и у меня все хорошо. А ты отлично. Как делаешь? Я тут добыл одно железо, как бы, ну, маловато. О, подожди, это что? А, это тоже железо, ладно. Вы, ребята, и можете уголь писать... Еще нужен. Уголь у меня есть. Можете писать ваши ачивки, потому что, я думаю, тут реально, если вам понравится, тут намного серий может быть выживания, да? Да, и вот если вы напишете ачивку, то у вас плюс карме будет. Так что все, давайте пишите. Да, и как бы и нам веселее здесь будет, и вы будете. То есть мы вообще комментарии почти все читаем, так что пишите обязательно. Тут. О! Тут, кстати, я зашел в какую-то башню, знаешь, тут я смотрю сейчас внизу. Тут есть какие-то сундуки. Ого! Чего? Там иди, у тебя все есть, что ли? Тут вообще круто. Смотри, тут. Подожди, это печка? Нет? Нет, это не печка. Ты тут, да? Обалдеть, смотри, спускайся тут вниз. Телевизор. Тут, да, тут вообще круто, тут есть какие-то картины, тут есть книжки, тут есть житель и изумруда, а он за 5 стейков, да, смотри, он за 2 изумруда, точнее за 1 изумруд может дать стейки, вот, возьми, так, ты где? У меня еда уже тоже есть, видишь? Ну тогда отдай, дай. Ну все, дай мне хлеба. Сколько у тебя есть, сколько у тебя хлеба? 4 штуки. Делись. Так ты тоже делись, давай, насчет 3. Все. Все отлично, вот и поговорили. Так, что он еще может продавать? Ну, у него на самом деле не очень выгодные тут обмены. Да, у него... А, у него за 30 изумрудов он один алмаз продает, представляешь? Нифига себе он наглый. Ну, да? Тут можно, знаешь, ферму сделать и с ним обмениваться потом на изумруды.
Ну, это такое, я не знаю. О, тут, кстати, есть, броня есть, ты ее чуть не заметил, так что если я ее возьму. Так, вот все высоко отлично. Как вообще же. Я в броне. Так, я иду к тебе, там я иду. Данжи, дома, смотри. Ты не заметил, тут еще был один сундук, у меня есть теперь каменный меч и лук, представляешь? Я вообще переоделся, я крутой. Ну, что, ну ладно, у меня тоже сейчас будет каменный меч, сейчас пойду скрафчу. Ну, блин, ну ты так и нечестно. Я думал, я крутой буду, а ты, оказывается, тоже хочешь быть крутым. Я тоже умею быть крутым. Ну, такой, да. В смысле, нубик, ты чё? О, подожди, тут есть... Слушай, вот мне интересно, сколько тут всякого есть? Вот, мне кажется, первым делом вообще надо исследовать все здесь, знаешь, пока у нас, в принципе, еда есть, да, мы ее нашли, можно поискать, что тут есть еще на острове. Давай поищем, слушай, мне интересно, что тут может еще быть, кроме алмазов? А я нашел арбузы. Чё? Только они очень-очень сложно добываемые, это знаешь? Ой, и пещеру какую-то нашел. Так, ну-ка. Блин, я в этом, знаешь, я в тропическом биоме, короче. Ну, я вижу тебя, вижу, да. Но ага, так, ну-ка. Мне страшно очень. О, ну, ты знаешь, такая себе пещера, на самом деле. Не особо она, конечно... Фигня, и... да? Ну, да, такая, такая себе. Но тут все равно можно подобывать всякого разного, так что я это буду делать. Так, ну-ка. Так, слушай, я тут вижу. Смотри, тут капец, блин, офигеть. Где? Тут летающие кактусы. Серьезно, ты где? Да. Так, балдеть. Я иду. Сейчас я вспомню, где эти кактусы видел, и приду к тебе. Правда, мне бы еще из этих джунглей выбраться, знаешь, это не а так просто. А ты можешь, знаешь, кое-что использовать, магию? Да не, магию я использовать не хочу, потому что, ну, это в крайних случаях, знаешь. А то будут зрители говорить, что мы читеры. Так нет, магия это не читерство вообще-то. А какое? О, я вижу эти кактусы, ничего себе, реально. Слушай, а может это паркур, а? Знаешь, типа, пройти, и там будет приз какой-то. А у меня вещи выпадают, как думаешь? Я думаю, что нет, но я за свои слова не ручаюсь. Тут все может быть, знаешь, магический остров, как бы. Так, ну, ладно, я немножко пережду тогда эту фигню. Какую? Ну, попробуй. Так, слушай, я сейчас хочу кое-что сделать, я не знаю, это будет опасно, наверное, но я попытаюсь, я хочу вниз спуститься. Короче, блин, я буду добывать ресурсы для того, чтобы уже пойти кушать, добывать себе, потому что ты уже фигней занимаешься какой-то. В смысле, нубик, мы с тобой уже договорились, что мы посмотрим для начала, что это за такое. Я знаю, что я сейчас под самым низом острова, представляешь? Вот прям самый-самый низ. Я тут забрался, и тут, я не знаю, тут страшно. Что это такое? Что это такое? Тут какие-то... Блин. Блин, ну там сундук. Я прокопался к нам домой, блин, офигеть. Как ты это сделал? Да я начал копаться, и потом уже в замок смотрю, залезаю. Прикольно. Прикол, вот это реально прикол, нубик. Вот такой прикол, таких приколов. Бомбезно. Таких приколов я еще не видел. Я тоже. Не, реально смешно, круто. Так, слушай, ну что, может отправить с тобой к коровке? Подожди, сейчас будет ночь, сейчас будут монстры. А тут, мне кажется, на этих кубиках не будет монстров. Да почему? Они наоборот будут много спавниться. А где мы будем спать-то? Где мы спать-то будем? А одна кровать была в замке, а вторую, видимо, нет второй кровати. А что делать, я не знаю. Ну, не знаю, по очереди будем спать тогда. А, прикольно. Только ночь не будет кончаться, но не знаю. Вот так происходит. Я бы на твоем месте уже пошел бы куда-нибудь. Куда? Нафиг, например. Я уже здесь. Ты что, я не понял, ты что, за мои шутки играть будешь? Я тебя сейчас мечом по жопе как шлепну, будешь знать. Так, ну-ка, сейчас вот это сюда посадим. Я хочу построить коровки, потому что... Подожди, а как крафтятся эти штуки? Сейчас, ну-ка. Блин, что я придумал, там у меня идея крутая появилась. Какая крутая? Что ты хочешь делать? Что ты делать хочешь? Что ты делать хочешь? Ничего не буду с тобой делать, успокойся. Так я не говорю, что со мной, просто спрашиваю, что ты делать будешь. Так, подожди, я начинаю строить. О, кстати, а ты знал, что тут еще один дом есть? Какой дом? Вот здесь, вот с этой стороны, где я, вот тут вот дом. Нет, не видел никаких домов я. Пошли в дом, зайдем, посмотрим, что там, может там что-то есть. Я бы на самом деле начал простраиваться туда уже, потому что... Я уже простроился, только у меня блоки закончены. Я пойду спущусь ради интереса, знаешь. Может тут есть что-то полезное, может тут блоки какие-нибудь. О, ничего себе, что это такое тут. Эй, ну тут ничего нету, тут нету. Ну тут можно, ну, кстати, вот, так жить. Тебе и надо. Подожди, тут есть печка с тремя углями, но это не очень полезно, знаешь. Да, вообще не очень полезно. Короче, все, я уже иду простраиваться сам без тебя. Давай, без тыквы. Давай. Тут есть тыквы. Слушай, иди, я буду пока... О, я смотрю сейчас на тот остров, который мы хотим построить. Там снизу есть какой-то интересный домик, знаешь. Можно там тоже посмотреть, что есть. Ну, давай посмотрим все-таки. Ты знаешь, так страшно. Вообще, очень-очень страшно.
А нет, ты думаешь, не страшно, я тут вообще на маленьких блоках хожу, вот. Ну хорошо, хорошо. Так, ну вообще, знаешь, что я тебе могу сказать? Что тут реально очень классно и красиво, то есть намного лучше, чем мы были в прошлых, ну на прошлом скайблоке, там места особо не было. Ты чё? Чуть не упал, блин, капец. А тебе много еще строится? Нет, немножко еще. Только это, корову смотри, не это, не сделай с ней ничего, потому что... Не пропукаю, хорошо. Не убивай ее только, пожалуйста, ну ведь я тебя знаю, не надо. Она нам может очень сильно помочь. Ты где там? Я вылезаю, я иду, я пытаюсь выйти. Блин, тут зомбарь, капец, блин. А я тебе говорил, сражайся с ним, у тебя должен быть меч вроде, да? Я все выкинул, чтобы это... Ну понятно, ты, кстати, предохранился, да? На, пошел вон, я скинул его. Молодец, Нубик, я тобой горжусь, ты просто молодец. Так, а я что-то ты где? А? Я пытаюсь выйти, посмотри, я тут вообще еле как. А ну быстро, быстро иди сюда, иначе слушаюсь, я скину ее. Слушаюсь и повинуюсь, ты командир Нубик, да, теперь? Я ее скину, сейчас. Нет, да подожди, ну я все, уже почти дошел, стоять. Давай, иди. Подожди, смотри, чтобы она не упала, я сейчас хочу проверить, если у нас сейчас будет бесконечный суп, это будет... слушай, а ты ничего себе умный какой, ты с помощью полублоков сделал. Осторожно, там крипер, ну-ка. Все, у нас есть куча этого. Кровать, иди спать иди. Так ты рядом с монстрами не можешь. Слушай, это мой дом, давай будет, мне он нравится. Это мой дом, я его первый нашел. Тут зельки, ничего себе, тут зельки, я все возьму. Мушрум потен? На. Да? Да, а ты что, смотрел? А у меня уже есть. Откуда? А, ты потому что вот здесь в сундуке взял. Ишь ты какой хитропоп. Слушай, а давай возьмем кровать и пойдем на наш остров. Ну давай, такая тоже прикольная идея. Да, давай. Так, подожди, вот этот остров такой прикольный, ё-мо, бежим. Капец, очень прикольный остров, капец. Просто нереально классный остров. Я еще коровку подаю сейчас немножко, вот так, оба, все, я у нее взял тут. Капец, блин, капец. Капец, что делать? Мне сейчас завалят. Я пытаюсь, я тебя защищаю. Все, беги. Офигеть, блин. Все, бежим. Я еще кушать хочу. Что происходит с этой фигней? Давай тебе дам, я тебе дам супчик, давай. Нет, я уже не хочу кушать, я уже наелся почему-то. Что? Как ты так? Не знаю, как ты наелась само. Понятно. Да. О, 12 железа. Так, подожди, все, надо спать. Для начала надо спать. Бежим спать. Куда бежаем-то? Сюда? Все, тут спи, а я пойду в крепость. Ё-мо, тут зомбари наступают. Быстрее. Фу, я же сплю. А я не могу, потому что со мной зомби. Со мной зомби, понимаешь? Со мной зомби здесь. Сейчас с ними разберусь и тоже лягу. Ай! Да... Что лёг уже спать-то? Нет, я жду. Возьми кровать, иди сюда быстрее. Да у меня зомби, они наступают, понимаешь? Зомби-апокалипсис. О, кстати, зомби, железный слиток выпал. Так, все. Я не могу спать. Не можешь? Блин, хорошо, давай тогда мы поспим уже в следующей серии. А сейчас я хочу закончить уже серию. Хорошо. Ребята, вот такая вот классная серия получилась. Так что, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы.